«Черная любовь» – вот сериал, который сделал все проекты из Турции по-настоящему популярными. До него такой фурор произвел только «Великолепный век», но далеко не по всему миру. Необычным был не только финал, но и подход к съемкам. В основном в сериале превалирует холодная цветовая гамма, что не свойственно для проектов из Турции. Актеры, которые оказались в касте, буквально проснулись популярными. Кто бы что ни говорил, но Бурак Özcevit был и остается одним из самых популярных турецких актеров по всему миру. Его любят как в родной стране, так и за рубежом, что гарантирует мужчин популярность. После того, как он получил главную роль в «Черной любви», сериал же мог рассчитывать на успех, потому что в Бурака влюбились еще после его «Балыбея» в «Великолепном веке». И, конечно, с нетерпением ждали проект, в котором он сыграет главную роль. Да, был королек «Птичка певчая», но он не принес актеру той славы, которую он заслуживает. А тандем актера с Неслихан Атагюл был так правдоподобен, что зрители поверили в любовь звезд не только на экране, но и в реальной жизни. Плюс ко всему, выбор актрисы с необычной внешностью стал козырем в руках продюсеров. К слову, позже это стало причиной для серьезных конфликтов. Ведь скандалы сыграли «Черную любви» на руку и сделали проект еще популярнее. Как бы мы ни относились к Эмиру из «Черной любви», стоит признать, что у Кана Урканджиоглу получилось сделать своего героя самым сексуальным и харизматичным злодеем из турецких сериалов. Даже в тех проектах, которые выходили после, отрицательные герои не были такими привлекательными. И это тоже стало одним из пунктов, из-за которых драма смогла обрести популярность. Хейт в сторону Эмира, причем как героя, так и актера, поднимал рейтинги «Черной любви» все выше и выше, хотя казалось, что сделать проект еще популярнее просто невозможно.